В Уссурийске на площади Плеханова появился благоустроенный сквер. Губернатор региона во время рабочей поездки посетил новое место, которое уже полюбилось местным жителям. По программе формирования комфортной городской среды вот этот сквер на Плеханово приобрел совершенно иной вид. Вместо такого под заброшенного, неухоженного парка здесь появилось место, которое радует жителей. Мы спросили у них. Вот, безусловно, молодежь активно занимается здесь и спортом, и отдыхом. Благоустроенный сквер площадью 12 тысяч квадратных метров оборудован лавочками, навесами, детской площадкой и качелями. Общая сумма финансирования составила 65 миллионов рублей. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.